Доброе утро, сейчас 12 час, да, встал час на мотив. Сейчас иду на улицу, уже готов. А то я обычно вам говорю, иду на улицу, пойдем погуляем. И еще сижу, хрен знает сколько дома. Сейчас вот точно выхожу. Короче, я в Зеленоградской иду до родителей. Угадайте, зачем эта корзиночка? Ты сегодня не айс. Пасмурно, дождь идет. Точнее, изморозь. Осень. Скоро зима. Короче, я сейчас у родителей. Эта корзинка была для кошки. Сейчас я ее повезу к себе на пару дней. Поживет у нас. Потом привезу обратно. Чтобы она тут не скучала. И нам ездить сюда не пришлось. Ладно. Она уже в своем домике. Вот смотрите. Вот она. Вот. Вот она. Крыса. Крыса. Короче, вы очертания видите? Как приедем с ней, покажу вам ее. Хотя бы на заставке одного влога вы уже ее видели. Иду сейчас заплатить за свет, и потом погуляем по Пушкину. Все, перевез кошку, орала она, дай боже. Короче, сходил я в Сбер, оплатил, потом еще прошелся. Как-то на улице хрен пойми, какая погода, поэтому пришел домой, сейчас лежу. Силы нет, прошелся чуть-чуть, силы нет. Ой. Сейчас скоро Юлька приедет, сучёва. Очень хорошо. Короче, всем доброе утро, точнее уже обед. Идем в стоматологию, в клинику. Я зуб пломбировать буду. Дотянул. Теперь, блядь, даже есть больно. Теперь иду с Юлькой, но она сказала ее не снимать. Да ей не снимать. Здравствуйте. Ну, мяукай давай. Короче, мы уже дома. Юля жрать готовит, я лежу. Сейчас буду ей помогать. А вот у нас кто тут сидит. Эй, ну ты чё? А? Крыса, смотри в камеру. В камеру смотри. Тварь. Ай, запломбировал зуб. Блядь. Лучше оставлю без комментариев, блядь. Пиздец. Крыска вон смотрит. Все, обжилась уже, не орет. Да, Юль? Не орет, говорю тебе. Зато, блядь, с 4 утра начинает носиться по всей хате, падла. Поспать не дает. Заморозка еще 10. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто-то хотел погладить киску, но... Ну чё ты делаешь? Иди ко мне. Поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы отдыхаем, да? Угу. Со мной ходила. Ааа!